Спайс-эпидемию в стране удалось прекратить. Именно с таким заявлением в понедельник выступил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Однако в Ивановской области праздновать победу еще рано. На прошлой неделе сотрудники ФСБ изъяли более 6 килограммов курительной смеси. А в выходные уже сотрудники наркополиции обнаружили новую крупную партию. Во время очередной закладки задержали молодого человека. В кармане его куртки было обнаружено 4 грамма наркотика. Парень приехал в областной центр 2 месяца назад из Башкирии. По его собственному признанию, на жизнь он зарабатывал тем, что привозил в Иваново наркотики, расфасовывал их и продавал. В его съемной квартире было обнаружено еще 2 пакета. В одном 150 граммов синтетического наркотика, аналогичного амфетамину, и в другом 1,5 килограмма спайса. Молодой человек признался, что хранил зелье для сбыта. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, а следствию еще предстоит выяснить, откуда именно он привез такую крупную партию наркотика. Предстоит достаточно длительная работа, потому что надо уточнять, как источник происхождения этих спайсов, я думаю, канал поступления. Но предположительно могу сказать, что данный гражданин, который был нам задержан, он приехал из Башкирии. А вот дальше, куда он попал, в Башкирию или из Башкирии, или к нам он привез, или откуда-то, здесь, конечно, уже покажет следствие.